Однажды я смотрела один известный фильм на русском языке «Девчата». Там главная героиня девушка Тоса. На танцах она ответила на самые уверенные слова молодого человека, что все вокруг засмеялись. А девушка рядом со мной сказала «Молодая девчонка». Поставила его на место. Но они все стояли. А где было его личное место? Тоже не было понятно, что это значит. Поставить на место. Решительно указывать кому-либо на то, что его действия и поведение непозволительны, недопустимы. Вы, наверное, слышали такое выражение. Поставить на место. Это разговорный фразеологизм. Его используют, когда хотят доказать, что человек не прав. И заставить, именно заставить, а не попросить его вести, как надо. Особенно нужно осторожно использовать эту фразу, потому что если не знать, как ее использовать, то можно человека обидеть или даже оскорбить. А на моем родном арабском языке эта фраза звучит вот так. «Аидху иля хажмихи табиай».